все быстро закончилось. А как раз отработали, ну, что и запланировали. Правда, мне сказали измотать секунд 40, а потом уже бить. Но не выдержала душа поэта, порвался вперед сразу. Из-за чего наш соперник пропустил два роковых для себя удара? Не был готов? Ну, уже после левой, да. Она не с дальчиком прилетает. Вот. В целом, какие эмоции от того, что такой быстрый поединок получился? Ну, быстро, железные эмоции, быстро остываешь. Люди бой никак с Джеронимо Либонером не получилось. Скоро у вас бой на РЕН-ТВ. Как вам такой темп? Как вы удерживаете? Я не знаю. Я его бои не видел. Сейчас будем смотреть, готовиться под него. А как темп ваш? Как вообще? Вы выдержите это? Я не знаю, я на него не готовился. Я готовился на Мандрагона. Ну, а дальше уже на остатках формы выйдем там. Подеремся. Ну, а какие дальнейшие вообще планы по карьере? Я бы хотел реванш против Джеронимо Либонера. Мандрагон сейчас пройдется по старой долине. Теперь есть что ему ответить? Мандрагон молодец. Он никак, он не бегал. Он шел вперед, атаковал. Ну, мы зарубились. Оказалось, что я в детстве и кушал больше скорлупы, и мои кости крепче. Вот и все. Как вам идея Гаджи автомата про бой на одной руке? Да вообще весело. У Гаджи много офигенных идей. Веселая заруба тоже получится. А скажем, на пощечинах себя представляете? Нет.